«Чудеса на льду» – добрую детскую сказку «Белоснежка и семь гномов» показали в Серпухове звезды российского фигурного катания. Как на льду парка «Питомник» добро побеждает зло, покажем в нашем сюжете. Все трибуны заполнены. Взрослые дети ждут начала грандиозного шоу. Но вначале жителей и гостей городского округа поздравила глава муниципалитета. И очень приятно, что сегодня нам Министерство культуры Московской области дарит прекрасный подарок – ледовое шоу. И я уверена, что вы получите массу незабываемых впечатлений и эмоций. Добрую сказку «Белоснежка и семь гномов» знают и дети, и взрослые. Но такая масштабная сказочная постановка ледового шоу в Серпухове впервые. История юной девушки повествуется голосом актрисы Анастасии Заворотнюк. Белоснежку сыграла первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова. Это всем известная сказка «Белоснежка» и «Семь гномов». Про Белоснежку, соответственно, которая верит в добро, верит в чудеса. Мы пытаемся это все показать на льду. Очень холодно, потому что не могу даже выговорить нормальные слова. В Серпухове принимали очень хорошо, тепло, классно. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи». Эту фразу знает каждый. Но в этот вечер она принадлежала только злой мачехе, неоднократному призеру чемпионатов Европы по фигурному катанию Анне Погорелой. Ну, в принципе, я могу подстроиться и под светлого, и под темного персонажа. Но в любом случае все приходит к одному, что любовь побеждает. Ледовое шоу подготовлено командой под управлением Татьяны Навки и Петра Чернышова. В представлении также приняли участие призеры чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун и Александр Самарин. Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».